Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazine проведу видеообзор колебалки от компании Heracles модель Kite. Данная блесна – одна из самых миниатюрных у бренда Heracles. Блесна выпускается всего лишь в одном весе 1,2 грамма, ну и поставляется вот в таком вот компактном удобном пакетике. Ну вот, давайте проведем традиционное взвешивание и посмотрим, какая фактическая масса у блесны. Вот, реальная масса приманки составляет 1,43 грамма. То есть на 0,2 грамма приманка тяжелее, чем это указано производителем. Приманка очень миниатюрная. Имеет длину всего лишь 21 мм и ширину 10,5 мм. Приманка имеет вот такую вот угловатую форму. Так вот она выглядит со стороны профиля, сбоку. Ну и видно, что приманка имеет вогнутость в нижней части. Ну и также присутствует вот такое вот продольное ребро. Обратите внимание, что на подложке указан логотип компании. Приманка в верхнем отверстии не имеет заводного кольца. В нижнем отверстии стоит заводное кольцо, достаточно компактное, диаметром 5 мм. А также одинарный крючок. Крючок без бородки, достаточно такой вот небольшой, имеет длину 16 мм. Крючок сделан из тонкой проволоки, жало у него немного направлено в сторону цевья. Приманка выпускается в 11 расцветках, ну и у меня она представлена в расцветке под названием Black Orange. Подложка у приманки, как правило, отличается по цвету от лицевой стороны. Данная блесна за счет своей геометрии, массы, не очень-то дружит с течением, поэтому ее лучше использовать на водоемах, где течение отсутствует, то есть на различных прудах, озерах, карьерах и тому подобное. Приманка создавалась для ловли форели, но также может быть использована при ловле абсолютно любой хищной рыбы, то есть окуня, головля, изя данная приманка может ловить. Не удивляйтесь, если и мирная рыба будет периодически попадаться, так как приманка достаточно компактная, поэтому плотва, там, елец могут периодически ловиться на данную приманку. Блесна сделана из цветного металла, вот как можно видеть. Она не магнитится. Покрыта качественным лакокрасочным покрытием. Крючок очень острый, надо быть с ним поосторожней. Приманка имеет вполне доступную цену. Приобрести ее можно в интернет-магазине F-Magazine. Ссылку оставлю внизу под видео. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!